А я специально сзади пристроился, теперь знаю, где у нас красивые попы находятся в группе. Боже мой, у меня не хватило сил. Я тормозила всю дорогу. Убийственная тренировка. Тяжело? Очень. Я никогда так не мокла, как сегодня. У нас в прошлом сезоне девочки на сайклах ездили за красивой попой. Ты в этот раз зачем ехал? За красивой попой. Впереди Валя была. Три ручья пота льется, но когда стою, у меня просто жутко болели колени. Я думала, все, я сейчас просто сломаю себе ноги. Как вообще твои результаты за время проекта? Результаты минус 8, на сегодняшний день, да, если считать, минус 8,5 килограмм. Тренировки даются все легче и легче. Если мы вспомним первую мою тренировку, я вообще сознание потерял, мне плохо стало. А сейчас вообще классно, я целыми днями нахожусь в отличном настроении и полон сил. Ребят, прошло очередное голосование на сайте «Блокнот Краснодар». И победителем его стала Екатерина Нефедова. Кать, поздравляем! В номинации у нас остались Жанна Ткаченко и Ксения Иванова. И, к сожалению, на этой неделе проект покидает Ксюша Иванова. Ни слова, я не расстраиваюсь, я рада, что у меня был такой прекрасный опыт. Я рада, что я познакомилась с такими классными людьми. Было очень здорово. Это отличное начало, отличный, так скажем, пинок мне дальше худеть и дальше развиваться. И я на этом не остановлюсь.